Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок. Подземочка 7.2 гарнизоном. В принципе, ничего сложного, ничего у нас не поменялось. 7.1 прошли. Решуем 7.2. Вот такой вот состав. Отхил, заморозка от ледяхия. Плюс замедление. Плюс урон. Короче, все как обычно. Все собрали, поехали. Кошмарка 7.2. Так, ну тут уже тотемы нужно обезвреживать. У нас два тотема есть. И тут один. Тут малышей ников нет. Проблем никаких, в принципе, не должно быть. Кидаете так, раз, два. Стартуете с бочечки. Автопрокеров, если я не ошибаюсь, быть не должно было, но нас слили жестко. Унизили. Ну, сейчас мы унизим их. Резаем героев. И пробуем хотя бы на 2 затащить. Возможно, и на 3 затащим. Тут ничего сложного в этой подземке нет. Так, кто там? Раз, два. Единственное, вот что самое, скажем так, для гарнизона проблемное, это вот эти тотемы, которые будут нам все время мешать. Но ничего не поделаешь. Так, ну что там, тритон, давай. Давай, тащи их нафиг всех. Ну-ну-ну-ну, ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну что, смотрим, остался у нас... Сволочь, осталась медуза одна. С дракосом они нам помешали. Ну, в принципе, с пару заходов и тоже затащим. Без проблем. В принципе, первые и седьмые они проходятся налегке. С любой кошмарки проходятся налегке после нововведений. Так, окей. Вот мы убрали. Заморозили, кинули всех с бочечки. Ускорялка есть, щит есть. Ну, тут единственное, что герои очень быстро ускоряются, и тритон, как видите, просто тупо бежит вперед, и вот эти дракосы, они дальнего боя, они просто сливают моих героев. Так, ну это я не туда забежал. Страшно с такими героями бегать по рейдам, потому что скажут, что читер. Так. Затягиваем по максимуму щит. Ну, тритон, давай бей еще разок. Вот так вот и еще разок. Ну, медузу, медузу, медузу. Вот так вот. Ну вот и все, ребят. Вроде все. 7-2. На 3 звезды сейчас мы должны затащить. Как видите, очень много тотемов, и они реально очень мешают. Просто изи, даже никто не умер. Вот так вот. Все, такой вот составчик у нас. Пишите комменты, подписки, лайки, репостики. Еженедельный конкурс никто не отменял. Всем удачи, всем пока.